барышня спит, там охота. Здесь дорога была когда-то, еще когда Потеряевка старая была. А нам-то надо, а дальше идет рытвина, яма, тут нельзя проехать было. Поэтому мы подняли глиной, вот эта вот дорога-то трасса. А здесь-то как поднимать-то? Она вся уйдет, поэтому вот длина ее такая. Можно даже замерить, Володя, замери примерно. Вот это железо сколько? Это бортаж какой-то машины. Вот она где. Ну-ка, раз, два, три, и 4,5 метра. Вот поставили ее, ну кто-то уже зацепил, согнул. И она сколько будет? Вытяну ее. 35. Оттуда с той стороны зайди, Володя, покажу, как мы ее делали. Вот она. Вот она идет, закрепленная. А вот эти вот, видишь какие, с вишками. Вот здесь вот я столбы ставил, они убирай, красно. Показано, что опасно здесь. Яма-то, глубина-то какая? Я туда спущусь, так меня не видно будет. Ну, 4 метра там свободно. Да? В самой глубине. Ну, 3... Вот смотри теперь. И теперь что? Вот она, как она упирается, чтобы когда песок насыпали, а после этого-то гравий, сначала глину насыпали, чтобы дорогу-то ровно сделать. Ясное дело, что на ней это все держится. А там дальше-то смотри, какие идут. Это верхняя только такая. А на самом-то деле борт не 30 сантиметров. Вон она, сетка-то идет. Сейчас я возьму. Я сейчас скажу сколько. 40. 50 сантиметров. Вот эта железяка 50 сантиметров. Это мы настолько подняли. А там вон труба бетонная. Угу. Вот насколько выше мы ее подняли. А чтобы она, эта стенка-то держалась, тут она песок не даст. А туда мы уперли ее. Вот они. Видишь, как она внизу идет? Да, ее согнула. А там упирать надо в дерево. И вот сейчас нам надо такой длины прямые сделать, насмолить, чтобы уперлась в дерево. Вот топором там подрубил внизу, больше ничего не надо. И с этой стороны. Здесь тоже подпертая. Ну, здесь хорошая как будто была. Она вон идет в эту. Ее надо подкопать. Лопату-то не взяли? Взяли. Взяли? Взяли-то лопату нету. Ну ладно. С той стороны вот иди посмотри. Я сегодня спустился туда вниз. А там половодью вода-то идет, когда бурлит. Это со всех степей. Вода идет поднять сюда. Вот она как. Смотри, вот она какая траншея. Мы тут, вот я стою, здесь видно, как мы дальше прокопали, чтобы она сюда шла. Вон там, погляди. Да. Я сейчас туда сойду. Показать. Наша работа. А ты с той стороны зайдешь. Тут пилу надо будет. Отпилить вот это вот наросло. Я думал, тут забыл сказать, ножовку взять. Ножовку-то не взяли? Нет. Ну, топориком просто. Или ты, я боюсь, тут какое-нибудь железо попадет. А ну-ка я здесь замерю, сколько она это. Раз, два, три, четыре, 80, почти 90 сантиметров. Угу. Это не игрушка. Если сейчас вот эту, вот она, видишь, она как упирается, вот труба железная, а куда она упирается? Тут что-то где-то есть, там закопано. А вот оно. Я даже здесь видел где-то. Сейчас я посмотрю, во что она упирается. Минутку. Вот она идет. Ага. Здесь плита, которая под рельсами идет. Вот и видать, нет? Да. Вот она идет. Лапа. Она упирает. Это замечательно. Как тут ничего не надо делать. От край держит, а тот уперся прямо. Ну тут же высоко насыпали земли. И тот край тоже. Ну надо упереть. Вот она идет. Вот она идет. Это я сегодня вот эти вот бревнышки оттуда залазил и достал. Там все перепутано буквально. Сейчас.
Так, теперь заю. Вот смотри, как оно идет. А я сейчас постараюсь убрать. А потом мы начнем здесь уже основную работу делать. Ну, я одолел. О, даже не ожидал так быстро. О. Ой, палец вот. Чуть-чуть не попасть, а в ладошке вывернулось. Сейчас я вам туда выкину. Вот. Что у нас здесь? Ну, лопата есть, маленько почистить надо, прутик не убрать. Мы сейчас пойдем, я уже приметил, какая березка такой длины. Нахочу березка, а вот смотри, клен какой замечательный. Да. Да, два клена рядом, мы их обоих повалим. Обчистим и сразу пошкурить, примерим ровно сначала, потом окончательную длину. Бензопилу тащи. А? Лопату и бензопилу. Лопату надо взять будет сюда. Вот смотри, как ловко обошлось-то все. Лопату он, подай Игнатьич, Иначе. Ну или так. Иначе, лопату. Лопату. Давай. Ты тоже сейчас сюда пойдешь. А ты пилу пойдешь, возьмешь. На лом тащи. Дай ему. Чтоб был. Так, а тут нам ничего такого не мешает. Вот он, видишь, нанесло какие. Это никак не пойдет. Сюда надо выбросить. Там вот тоже бревно лежит. Вон. Где бревно? Вон там в конце. Ну залезть и вытащить надо. Пройти с той стороны, опуститься. Ну-ка иди с той стороны, зайди, там опустись. Иди пока, а я пока тут подрублю. Еще надо. И уберу вот это вот лишнее. А здесь что? Это значит, вот оно, смотри как. Железная труба, это пластина. И она в нее упиралась. И здесь мы точно так же сделаем. Она уже не сгнивает. Ну а это сейчас можно его вырубить, да и все. Он мешает тут. А вот это дело. Вот мы делали очень основательно. А зачем его вырубать-то? А зачем? Вы же его специально вкопали. Ну так еще специально, там он уже сгнил за это время. Нет, он будет походя поддерживать, чтобы она не уходила куда-то. А, только так, если ты прав. Да, да. Ты прав. Вот она. Вот она уже начал. Кольца разрушаются некоторые. Кидай там все подальше. Земли. А то на поди какой-то упор был, да, брат? Че его? Вытаскивай. Да, да, вытаскивай, конечно. Тут же вода идет, а он тут не нужен. На три лопаты примерно. Я тут уберу, а вот это все надо убрать будет, что там эти крути. Потеряешься, даже про это не знаешь, что мы копаемся. А мы тут и не живем. А почему так? Потеряются, говорят, нигде не принимают. Они принимают. Потому что они заняты. Уборка идет. Там каждый там скотина к зиме готовит. А мы-то более свободны. Поэтому это взяли на себя. Вот они. Это никакой роли не играет. Ну, маленько убрать, потому что мы тут пришли. Значит, сейчас надо пилить, и примерно здесь на три лопаты, одну всю длину понесем туда. И тяжелым концом внизу он тянуть будет, а этот все. И сейчас мы их... Где у меня топорик-то? Вот он. Тут кидать не надо. Веревочка-то под цвет листьев. Так, пошли. Давай, заваливай два дерева. Вот она первая, и вон, которая наклонилась. Мы вдвоем утащим его. Давай. Хотел, там березка одна облетела у дерева, стоит у дороги. Давай. Сначала подпили, чтобы она упала. Нет, не расщепилась. Да, да, да. Да.
А ее вытащим. Маленько повыше возьми так. Вот так вот, да. Ровно только, ровно, перпендикулярно, Все, наша. Возьмем, Володя, не надо пока не. Идем сюда, вот этот вот завали. Да. Это надолго его хватит гнить. Так, подожди-ка, я зайду с той стороны. Куда он упадет? Да. Нормально. Давайте. Подпили опять. Да, да. Ну хорошо, я обойду тут топор. Пока как-то валите и шкурите, я думаю, это сильно толстый. Оставьте себе на стол. Вот так вот, отбери его. Да? Вот так вот. Мы возьмем его с собой. Да, и чуть подальше на него. Ну ладно, вот так вот. Давай. Теперь что-то отделывать, и я пойду замерю, сколько надо. Да что мерить? Так, вот этот надо вытаскивать и отделывать. Вон, повалили. На чем она зависла, посмотри. Что на пути, все спиливай. Все, сейчас. Все, шкури и вали. Ну и все. Давай, это не нужно. Отпили его как столбик. Вот это. Володя. Вот этот подсущок, отпили его. И все. Нормально. Так, нам еще одна нужна будет. Вот эту вот надо свалить. Это Володя. Вот так вот. Снизу пили вот так вот. Да. Только снизу, чтобы не зажало. Все, это наш.
теперь давай вот этот свали, еще один. Вот это все, вали надо. Вот этот вот, вот. Давай его грохни. А он кривой. А? Просто кривой идет. Ну, зачем к нам длины этой хватит? А, хватит. Мы замерили три лопаты. Мера измерения лопаты. Куда упадет-то она? Ну давай отсюда, вали ее туда. Теперь надо ее продернуть, и там я загнулся, маленько дальше взять пока. Нет, Володя, не взять ее. Ты сначала спили, на что она легла, а потом этот, слушай, метр примерно вот так загогулины, сантиметров 40, оставь. Все, я пойду туда смотреть. Смотреть и делать. Сергей Павлович. Ну, то все понятно. Все, пока. Я беру топор сейчас.